Уступите дорогу пожарным. Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Работники службы местной полиции и съемочная группа телеканала «Атырау» совместно организовали рейд. Цель мероприятия – обратить внимание общества на то, что пожарная машина должна вовремя и без препятствий прибыть на место вызова. Работники службы пожаротушения предъявляют жалобы, что водители не уступают дорогу им во время вызовов. Даже не обращают внимания на включенную сирену. Рейд начался с улицы Бергалиева. Рейд, который длился 2 часа, выявил 2 правонарушения. Одному из нарушителей, не уступившему дорогу по улице Бергалиева, владельцу автомашины Toyota Camry, наложен штраф 10 месячных расчетных показателей. Другой правонарушитель задержан по улице Махамбета. Ему тоже было сделано напоминание и наложен штраф. Мы ежегодно проводим такие мероприятия. В ходе рейда в 2015 году заполнены протоколы на 10 водителей, в 2016 – 15. В 2017 году отмечается уменьшение правонарушений. По итогам сегодняшнего дня выявлено 2 правонарушения.